Вот уже больше года в Кустанае существует танцевальный коллектив «Express Yourself». Танцуют девчонки в направлении, которое называется «Вакинг». Сегодня «Вакинг» используется как база для самобытных оригинальных танцевальных шоу. Они являются очень зрелищными. Основой данного направления является небезупречная хореография, а находчивость танцоров, которые неустанно импровизируют. Они проявляют индивидуальность и демонстрируют оригинальность своей личности. Основная моя специализация и специализация моей команды, то есть девочки, у меня тренируются по стилю вакинг. Женский танцевальный стиль, ну как бы тоже присутствуют также, ну, мальчики, парни, которые танцуют этот стиль, но уже более именно в мужской манере. Мы же, девочки, его исполняем очень утонченно, женственно, показываем свою грацию, умение работать эмоционально. Также этот стиль основан на позировках, то есть также мы должны показать, как мы умеем себя достойно держать и показать на сцене. Кымбаты Мангалиева в танцевальном коллективе «Express Yourself» со дня его основания. Говорит, когда впервые увидела, как танцуют вакинг, пришла в полный восторг. С тех пор идет по жизни танцуя. По словам девушки, танцует она буквально везде, чем бы ни занималась. А достигать успеха ей помогают регулярные тренировки. Очень-очень много тренировок. Свободное время у меня полностью посвящено тренировкам. Недавно коллектив принимал участие на республиканском конкурсе среди вакеров. Вернулись девчонки с победой, заняв второе общекомандное место среди 20 коллективов и первое место в номинации «Вакинг соло». Обладательницей почетной награды стала юная Маша Кина. Также планы, как бы, так как в нашей студии она у нас молодая и недавно исполнился год, 26 февраля, мы хотим провести отчетный концерт, чтобы люди тоже уже более близко с нами познакомились и побольше аудитории было наших танцоров. Направление интересное, и в него вовлекается все больше любителей танцев. А значит, людей, которые идут по жизни танцуя, будет все больше.